Во Фрунзенском районе объявлен конкурс на выбор управляющей компании для нового жилого комплекса рядом с парком воинов-интернационалистов. Жители хотят отменить все решения первой фирмы, поставленной на обслуживание дома еще застройщиком. Новых управленцев ждут в 7 жилых корпусах на Южном шоссе 55. Жители готовы отдать свои предпочтения компаниям, уже работающим в районе и имеющей высокий рейтинг по городу. К первой компании у людей большие претензии – от подлога документов до принятия решений задним числом. Собственники квартир подали иск в суд, и на 7 апреля назначено рассмотрение дела. Ну а на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов уже появилось 4 лота. Жильцы надеются, что их дома не останутся без внимания.